Є ще один найбільш гуманний спосіб відравликів – це спеціальні капкани. Вот такие вот ловушки для улиток. Они есть разных производителей. Принцип действия у них у всех одинаков. Первое – это приманка. Нам надо приманить улиточек, сказать им: ребята, зайдите в этот контейнер. Для этого помещается в специальную капсулу корм для сомиков, донны. Он имеет такие же вкусовые качества, как для улиток. Вставляется в этот контейнер. И улиточки ночью потихонечку зайдут сюда в такие вот кулачки, которые закрываются сразу за улиткой и обратно не выпускают ее. Сюда за ночь может скопиться от 10 до 80 улиток, что позволит за несколько ночей вот таким вот способом выловить улиточек вашого акваріуму, тобто мінімізувати їх кількість. Слід сказати, що рибка, особливо така, як соми, також може попастися сюди, але ви легко можете її випустити. Після того, як ви побороли равликів у вашому акваріумі, все ж таки згадайте про головне правило акваріумістики і більше не давайте рибі надмірно корму. Ось і все.